Доброе утро, дорогие телезрители. Вы знаете, в русскоязычной общине нашего города, нашей страны живет очень много интересных людей. Необычных людей, которые пытаются сделать нашу жизнь красивее, веселее, добрее. Сегодня у нас в студии вот такой человек, зовут ее Виктория Демченко, и у нее необычная специальность, необычная профессия. Профессия ⁇ создавать свечи. Доброе утро. Здравствуйте, Игорь. Вы знаете, Виктория, я посмотрел на ваши работы, и я поразился, как можно создавать такие прекрасные произведения, причем каждая свеча, она разная, она не похожа на другую. И вот у меня сразу возникает вопрос. Как пришел к вам вот этот талант создателя свечей? Расскажите немножко о себе. Когда я приехала... В Канаду, это было 17 лет назад, я закончила Джордж Браун колледж по специальности кейк-декорейтор. И 8 лет работала по этой специальности в разных компаниях. Но так сложились обстоятельства, что мне пришлось с этой работой расстаться. Я открыла небольшой бизнес, который был не очень удачный. И в один прекрасный момент стала перед дилеммой, что же дальше. И... Мои знакомые приятельницы посоветовали мне связаться с известной в нашей общине ясновидящей Лилианой. И я связалась с ней по скайпу, мы с ней поговорили, затем мы встретились, и она меня расспросила, что я делаю, чем я занимаюсь. О моей работе, о моей жизни. Скажите, но ну у вас интересная была работа? Вы создавали произведение искусства в виде тортов? Да, это правда. То есть у вас уже задатки были? Да. Безусловно. Вы да. кремом, наверное, рисовали, да? Да, да, да. Я создавала торты тоже уникальные, очень красивые. Угу. Так сложились обстоятельства. Я понимаю вас. И вот вы связались с Лилианой по скайпу, а потом встретились. А потом мы встретились, и мы много с ней разговаривали, что же, что делать, куда дальше. Она мне сказала, что я должна найти работу в своей, в творчестве. А потом она мне говорит, ты знаешь, я вижу свечи. Ты будешь заниматься свечами. Я думаю, ну что же это? За работа заниматься. Какое же это творчество! Налил в банку парафин, зажег. Думаю, ну точно не буду заниматься. Для меня это не творчество. Uh -huh. И я забыла об этом. И как-то гуляя по страницам интернета, я увидела что-то что уникальное, посмотрела, а это свеча. И я поняла, что вот это то, чем я буду заниматься. И тогда я вспомнила про Лилиану что она мне это предсказала процесс обучения был тяжелый несмотря на то что у меня руки направлены на на, на такую работу на искусство да. на творчество был очень тяжелый но в итоге получила то что хотела спасибо вы не могли бы рассказать как вообще проходит процесс создания вот такой уникальной свечи да, могу. Эти свечи, которые я делаю, это свечи стиля барокко. Этот стиль зародился в Италии в XVII веке. Он отличается, он, это очень шикарный стиль. Он отличается лепкой завитками, разными художественными. То, что вот я вижу, я могу воплотить в жизнь. Это все начинается с отливки ядра свечи разливается, парафин заливается в форму, потом это ядро остывает, и начинается процесс наращивания, наслаивания слоев, которые необходимы по дизайну. Нужно 30-35 слоев, чтобы свеча взяла то, что ей нужно. И как только она попадает на стол мастера, и мастер начинает вырезать эту свечу, начинается путь свечи к ее шедевру. Это берет всего 10-15 минут, у тебя нет больше времени, потому что в конце свеча застывает и уже непригодна дальше для обработки. Угу. Все, потом она проходит еще 2-3 этапа. В конце окунается в свечной лак, и получается шедевр, которым я всегда любуюсь. Это свечи, как мои дети. Я ими любуюсь, я их обожаю. Вы знаете, действительно, вот, то, что мы видим сейчас на экране, это настоящее произведение искусства. Вот вы сегодня уже достаточное количество времени занимаетесь вот этим свечным производством. Я не могу назвать это производство, Производство на фабрике, да, где штампуют. Вот как получается, что каждая свеча у вас разная? просто это творческий процесс. И я, когда начинаю делать свечу, я концентрируюсь на основном элементе дизайна. Все, что будет вокруг, это рождается по ходу. Это, для меня это невозможно повторить. То есть основной элемент может быть, может сохраняться в нескольких свечах, но все остальное, что вокруг, всегда разное. Не могу повторить. Вот э, сегодня вы сказали о том, что вот эта женщина, Лилиана, показала вам путь, и вы сегодня себя чувствуете уверенным, счастливым человеком. Я знаю, что очень многие люди, очень многие, я не побоюсь этого слова, находятся очень часто на перепутье. Они не знают, что делать дальше, как жить дальше, как воспитывать детей дальше, где зарабатывать деньги дальше, как зарабатывать. И что бы вы хотели сказать нашим э, телезрителям по поводу работы этого человека? Я хочу сказать, что если кто-то подходит к такой черте, что не видит дальше своего будущего, не знает, как жить, потерян, не может определиться в своих действиях, я считаю, что каждый должен пойти к Лилиане. Это человек, которому можно доверять. Она помогла мне, она помогла многим другим людям. Она снимает, она помогает людям определиться в жизни. Вот как открывает глаза и у тебя, как будто открывается второе дыхание. И ты идешь к этому и видишь, что вообще-то вокруг не все так плохо. Это замечательная э, миссия. Вот э, я знаю, у Лилианы день рождения. Да. И я знаю, что у вас есть специальная свеча, которую вы изготовили к, к дню ее рождения. Вы не могли да. бы нам ее показать сейчас? Да, конечно. Хочу обратиться к Лилиане и от имени всех наших соотечественников и не только соотечественников, кому она помогла, поздравить ее с днем рождения. Поблагодарить ее за все, за ту помощь, за, за то тепло, за то, э, не побоюсь этого слова, счастье, которое она открывает людям, своим клиентам. И подарить ей вот такую свечу. Лилиана, пожалуйста, помогай людям. Пусть они к тебе приходят. Будь, открыт, будь открыта душой и сердцем. И используй эти свечи. И пусть никогда не погаснет твоя свеча. Это от всех нас с большой благодарностью и любовью. Можно я посмотрю? Да. Действительно уникальное произведение искусства. Такое впечатление, что это сделано из фарфора, да? Вот когда вот, вот даже дотрагиваешься, такое впечатление, что это фарфор. Где можно приобрести вот такие уникальные произведения искусства? Это можно при... есть определенные свечи, которые я делаю только для Лилианы, которые она использует для помощи людям. Это дизайн, все это только ее. Но вообще я делаю свечи на все случаи жизни, так скажем. Это шикарный подарок на день рождения, на Новый год, на Пасху на, на Крестины. Человек может заказать, да, что он хочет, чтобы да, было изображено. Да, да, можно заказать и можно заказать, какой цвет желателен. Угу. Все можно заказать. У меня есть веб-сайт и номер телефона, можно связаться. У меня есть страничка на Facebook. Мы сейчас разместим на экран название вашего веб-сайта. Посмотрите, пожалуйста, веб-сайт на экране. И я думаю, что у вас появится сегодня очень много клиентов, которые захотят вот воспользоваться действительно вашими услугами, чтобы приобрести такое произведение искусства.